Меня зовут Василий Акимов, мне 58 лет, я из Люберец. Я занимаюсь музыкой 70 лет, потому что у рокера год идет за два. Почему я выбрал рок? Потому что лучше у них ничего не придумано. Столько энергии, столько эмоций, такого сочного звучания не имеет ни одна музыка. Я работал в коллективе «Мономах», это была моя звездная тема. Я очень долго выступал сольно, и последнее время я работаю в коллективе «Леонид энд Франц». Рок просто так нельзя играть. Можно выучить ноты, можно играть хорошо и быстро, но если у тебя не будет жизни, нерва, своего нутра в этом звуке, ты не рокер. Рокер, что ли, идет? Судя по прикиду. Я не люблю соревноваться. Но я пришел сюда доказать, что рок еще жив. И я спою так, как на этой сцене еще никто никогда не пел. Меня зовут Василий Акимов. Я давно занимаюсь пением, моим любимым делом. И очень люблю это волнение, которое появляется перед выступлением. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Спасибо. Я знаю его, конечно. Группа «Мономах» — это известная рок-группа, конечно. Он солист этой группы. Вы заметили, вся сотня оживилась, потому что на сцену вышел действительно артист. Я уверен, что это будет очень достойно. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Классный какой-то. Да. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда любим, влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. Вечный ангел, ты летящий вдаль, вдаль, ангел, ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Остался союзником рая в ту ночь против тебя одного, ты летящий вдаль. Беспечный ангел, ты летящий вдаль, беспечный ангел. Спасибо, друзья, спасибо. Василий! Браво! Василий Акимов, дорогие друзья! «91 голос» Фантастика! Но есть люди, которым не понравилось что-то в выступлении Василия. Любаша, ну почему ты не встала? Знаешь, наверное, это неправильно так судить, да? Мне песня... Ну, не понравилось. А, по своей мелодике, потому что с первой ноты звучит громкий голос. А, ну, это как бы ну, неинтересная для меня история в этой песне. Вот такой вот я человек. Ну, на самом деле, я очень рад, что ты сегодня одела огромное количество булавок. Пускай они тебя защищают от нашей сотни. Это тебе пригодится. А вот Андрей Соло сразу же встал... Чем зацепил Василий тебя?
Несмотря на то, что много лет назад Василий при поступлении моем в Гнесинское училище сказал, что я ни на что не годен, я, тем не менее, не свожу с вами счеты. Я встал и хочу вам сказать, что по прошествии такого количества лет вы в прекрасной форме, вы замечательный певец. И многие вам лето продолжаете также здорово покорять наши сердца и уши. Но мне кажется, Андрей воспользовался моим советом. Я сказал, что если есть огромное желание, никогда не останавливайся. Вот, у меня было огромное желание, я не остановился и стал номинантом на Грэмми, слава богу. И сейчас преподаю в Датской Королевской Академии. И вот поэтому... Ну прямо достал розги и давай его полосковать, прям давай. Все. Нет, выложил, все карты. Классно, все классно. Да, проект «Ну-ка, все вместе» закрывает гештальты, снимает... психоблоки, мирит. Сразу решил спросить Сергея Лазарева. Да. Василий, я представитель поп-музыки, но я с таким большим удовольствием послушал рок-исполнение и бывалого рокера, действительно, с опытом. Это очень круто, и видно, что вы, это ваша жизнь, вы этим живете. Так что браво, класс, спасибо огромное. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, Андрейко.